Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданг Банде Радхика Чарнодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванчакалпатару Васяки Пасинду Бхавачу Патитананг Павуни Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Муканг Кароти Ваджаланг Пангумланг Хайтагири Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттама Девин Сварасватин Вясам Тату Джайо Мудирай Санкиртане Кришна Катопадеши Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Ягод Варганю Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатай Бисфуриджита Кимапикапаваду Свадарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджану Ламбита Бхуджау Канака Бадату Санкетаной Кавитару Камалая Тачу Вишам Бару Диджа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхавану рупе насада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара вивуши товам бхагам Нараяно Прияманаṅга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Шаджушо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасиастихиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама.
Вришабханусутадвитанучарам чаранасритаренударастамахам Махатадбутапаванасактипадам Пранамами сада Прабхупадупадам Пранамами сада Прабхупадупадам Пранамами сада Прабхупадупадам Гаурия Госвипати Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакур Джагадгуру. Гаурия Госвипати Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. В одном письме он пишет одному преданному, и вот он после того, как там описал много вещей, он пишет, что есть одна глупая гопи, она всегда занята какими-то посторонними внешними вещами, но Радхарани, она хочет поймать ее и сделать так, чтобы она следовала ей. И вот Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад говорит, что есть одна глупая гопи, которая всегда занята какими-то посторонними делами, и но эти посторонние дела вот в этом случае не значат материальные вещи какие-то. И Шрила Прабхупад говорит, что есть одна глупая гопи, которая занята какими-то внешними вещами. Но Радхарани Дойя Майя, она всегда хочет поймать ее и поставить ее за собой. Но она хочет куда-то здесь и там ходить. Радхарани, она показывает свою бабу Радхарани, она всегда смотрит, чтобы эта глупая гопи, она ощущает ее своими глазами, белками глаз точнее, и таким образом не прямо, а косвенно Шрила Прабхупад описывает свое вечное положение, свое подлинное «я», что Радхарани относится к нему как своим глазам, как глаза очень важны, без этих глаз никто не может видеть ничего. И вот Радхарани относится к нему с таким чувством. И вот Гуру Варга, они поняли, что это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад говорит о себе, что он на Янамони Манджаре. Таким образом, и вот сейчас мы будем обсуждать, какие признаки Радхадаси. Это очень сокровенные вещи. Можно вспомнить шестую песню, Бхагаван говорит такие слова. И вот в этой шлоке говорится, что если мы обретем бхакти, это амрита, а здесь более точно говорится, что именно рупануга бхакти нужно обрести. И вот я говорил, что на пути Радхадаси Тринадапи Бхава, она вполне естественна. Хотя Лалита говорит, что Кришна, будь осторожен, у Лалиты такой этот боевой дух, чтобы никто не трогал ее сакхи, но будьте осторожны, они более смиренны, чем травинка. Не все понимают смысл смирения, и поэтому весь мир, он в запутанности, они не понимают.
И вот все время наша Гуруварга, подлинная Гуруварга, те, кто не следует Шриле Прабхупаде, я не говорю о них, я не заинтересован видеть их лица. Но те, кто находится в... В соответствии с Шрилой Прабхупадой, я могу сказать, что, как я могу сказать, например, что Шрила Кешава Госвами Махарадж, он находится в соответствии с Шрилой Прабхупадой, какой признак? А признаков очень много, бесчисленные признаки этому, и нельзя найти ни одного признака, который показывает обратное. И вот в жизни Шрилы Кешава Госвами Махараджа нельзя найти ни одного признака, который показывает бы, что он не находится в соответствии с Шрилой Прабхупадой, он полностью совершенен. Многие забывают, я говорил много сиддханты, но не все помнят. Я вот однажды сказал, что те, кто готовы посвятить свою жизнь ради Санкиртана Яги, который начал Шринивасачарья и возобновил Шрила Бхактивинода Тхакура в эту Гауранга Санкиртана Яги, если мы готовы посвятить нашу жизнь. А что это значит? Мы должны понять, например, если какой-то борец за свободу говорит, что я готов посвятить свою жизнь ради моей страны, значит, что он на 100% готов посвятить свою жизнь ради своей страны. И когда наша Гурварга Шрила Кешава Госвами Махарадж не говорит, это не какая-то лекция, это их заявление, они говорят, что они готовы отдать свою жизнь за Шрилу Прабхупаду, и я также готов, если предоставится возможность, я буду очень счастлив. Ради Шрилы Прабхупады я готов оставить свою жизнь не ради кого-то, и это не шутки, это вопрос чувства, а не лекции. И вот наша Гурварга, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, они готовы отдать свою жизнь ради Нама Санкиртана Яги. Они уже посвятили себя этой Санкиртане, начатой Шриманой Махапрабху. Что мы сделали для Шрилы Прабхупады, что можем заявлять, что мы находимся в соответствии с Шрилой Прабхупадой. И вот все они готовы пожертвовать своей жизнью ради Шрилы Прабхупады, сделать что-то для него. И это признак подлинного Гаудии, тот, кто готов посвятить свою жизнь Шриле Прабхупаде. А те, кто стремятся к славе, почестям, каким-то другим вещам, что говорить о них? И вот я говорил об этих, перед тем, как говорить об этих важных вещах, я говорил о лицемерии Капотате. И это Капотата, это главный враг в нашей жизни. Если есть вот какой-то признак такого лицемерия, то мы не сможем стать успешными. Шрила Прабхупад много раз писал много вещей, но кто понимает их? Бхактивинода Тхакур очень много вещей описывал в киртанах, они очень простые и понятные. И я
приведу несколько примеров из киртанов. Мы должны помнить их и не забывать. Мы должны изучать манашикшу и понять то, что там говорится. Если нет никакого лицемерия, наше сердце чисто, тогда у нас будет возможность войти в область премы. Понимаете, о чем я говорю? Нишкапот Бава должна у нас быть, и тогда, по милости Гуру Вайшнавов, у нас будет шанс войти в поле премы. Иначе у нас может быть какое-то пассивное вожделение, мы будем заявлять, что у нас есть према, но это не так. И вот таким образом Шрила Бхактивинода Тхакура описывает сокровенные вещи, секреты Бхаджана, то, что Рагхунат Дас Гасай хотел представить свои манашикши, но, к сожалению, не все могут принять это главная проблема. Мы не готовы следовать нашей гурварге. Кто-то делает свои правила и предписания, какие-то эти правила и предписания для какой-то организации. Но в любой организации эти люди, которые не заинтересованы в Шриле Прабхупаде, нужно выгнать их. Что толку с них? Те люди, которые не заинтересованы в следовании Шрилы Прабхупады, то не нужно их привлекать, особенно в какую-то административную деятельность. Это против бхакти. То, что те правила и предписания, которые оставил нам Шрила Прабхупада, это главное. И мы должны следовать им, а не выдумывать какие-то новые свои. Это глупо. И вот в Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами Пад, он цитировал эту шлоку, чтобы помочь нам. И вот Рупа Госвами Пад говорит, предупреждает этой шлокой. Вся наша предыдущая Рупануга Гурварга, те, кто показывает нам, каким образом мы должны двигаться, куда двигаться, это должна быть наша единственная цель. Много раз Шрила Прабхупад говорил, стать пылинкой на лотосных стоп Рупануга Бхакты – это наша наивысшая цель. И те, кто чувствует разлуку, боль разлуки, это Мадхур Вираха Враджаваси, если у нас будет возможность служить им.
Я думаю, я самый удачливый в этом мире, но я не понимаю, к сожалению, кто такие Мадхуры Вираха в Раджаваси. И если... И кто же может показать нам путь? И есть ли еще кто-то, кроме Шрилы Прабхупады, и кто может показать нам путь? И если у нас нет стопроцентной преданности лотосным стопам Верховного Господа, то Шрила Прабхупад говорит, то такой человек не может говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, находясь на абсолютном уровне. Это невозможно. И вот Шрила Рупа Госвами Пад говорит в Бхакти Расамрита Синдху, что жизнь очень коротка, она очень коротка, что у нас не будет возможности, и поэтому каждую часть секунды мы должны использовать ради служения Шрили Прабхупаде и Бхактивинода Тхакура. Мы должны посвятить этому нашу жизнь. И вот мы должны найти подлинный путь, через который, если мы будем идти, тот путь, по которому мы пойдем и увидим зеленый свет на нашем пути, это значит, что нет никаких проблем на этом пути. И это тот самый путь. Это тот путь, которому мы должны следовать. И нет никаких проблем. И исследуя этому пути, никакие проблемы не затронут нас. И вот это Сантапа Варжитаха значит, что мы не будем жалеть, что следуем этим путем. И вот материальный мир, майя, три гуны материальной природы, они всегда пытаются нас поместить в океан страданий, но таким образом, если мы найдем, что по милости чистых преданных, которые очень милостивы, они готовы даже посвятить свою жизнь ради Шрилы Прабхупады. Если мы поймем, то будьте уверены, что этот путь — это тот самый путь. И нам не нужно идти и искать каких-то других путей. И вот некоторые последователи, которые не знают Сиддханты, совершенно не могут даже понять положение своего гуру, который заявляет, что Гаудия Миссия разрушилась, развалилась. И это разве Сиддханта? Это Майявади. Они не понимают, что Шрила Прабхупад вечен, Гаудия Матха вечен. Хотят просто соревноваться с Гаудия Матхом, это глупо. И последователи такие тоже глупые, которые не понимают таких простых вещей. Мы не следуем процедуре голосования. Как можно видеть, что если какая-то голая женщина танцует на виду всех, то много зрителей образуется. Но это не значит, что там что-то ценное. Анаватта самам курве, джено санта протастхи,
И вот Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Такур нас Гурварга Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они показывают нам настоящий путь, и мы должны следовать ему. Шрила Шридхардев Госвами Махарадж не настолько глуп, что он может говорить так. И в то время как Шрила Прабхупад, он сердце Шридхардев Госвами Махараджа, Шрила Прабхупад, он сердце Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа или Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Гурудев, когда говорил что-либо о Шриле Прабхупаде, мы видели Гурупад Падма, он буквально плакал. Он не мог сказать ничего. И это их любовь к Шриле Прабхупаде. Они не следуют никакой политике, чтобы какое-то преимущество получить. И вот Шрила Прабхупад — это сердце Шрилы Шридхардев Госвами Махараджа, который знает все, он может видеть все, и как это возможно? Описать славу Шрилы Прабхупады. Как, и вот Шридхар Махарадж говорит, мы с мысли, прекрасные мысли пришли ко мне, которые явились в форме вот этой Прабхупада Аштаки. И вот такие великие садгуру, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шридхар Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж, они могут гарантировать, что нет никаких проблем, я с вами, не беспокойтесь, я с вами. Я помогу вам пересечь этот материальный океан. Почему вы беспокоитесь, страдаете? И эта сила, она внутри садгуру, через их харикатху, через их любовь, через их правила и предписания. Они всегда хотят помочь нам пересечь этот материальный океан. Что говорить об этом материальном океане? Они даже хотят помочь нам войти в тот трансцендентный мир, према-джагат. Они показывают нам подлинный путь и... Мы не можем одурачить Шрилу Шридхардев Госвами Махараджа или Шрилу Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа или Шрилу Кешава Госвами Махараджа. Они не говорят какие-то сухие лекции. То, что они говорят, они и что делают о том, что говорят. Можно вспомнить, когда все сахаджи, которые живут в эти смарт-агасаи, они когда хотели убить Шрилу Прабхупаду во время Навадвипдам парикрамы, и вот они кидали кирпичи с крыши, чтобы убить Шрилу Прабхупаду. И в то время Парампуджапад Шрила Кешав Госвами Махарадж, мой Гурупад Падма, он и вот он взял риск на себя. Он и вот он хотел любой ценой спасти Шрилу Прабхупаду. Но садгуру, он всегда под защитой Нитьянанды, но все же это такая значительная, замечательная гуру сева. Шрила Прабхупад, Шрила Кешав Госвами Махарадж, он явил такой великолепный пример, он взял на себя весь риск. То есть он взял весь риск на себя, поменялся одеждой с Шрилой Прабхупада и так сделали так, чтобы Шрила Прабхупад ушел. Think I'm giving false identity, you can test me.
И вот наш Госвами Махарадж в Аллахабаде, один этот полицейский пришел к Шриле Прабхупаде, и тот спорил с ним 4 часа, спорил, о чем-то спорил, но не был готов понять, что такое бхакти Шрила Прабхупаду. Он жалел, что столько времени, целых 4 часа с ним потратил, и все зря. Не смог убедить его. И Госвами Махарадж пришел и поклонился Шриле Прабхупаде, спросил, что случилось. Я никогда не слышал, видел вас в таком беспокойном состоянии, что сказать. Приходил тут один с полиции офицер, спорил со мной. Пришел не для того, чтобы слушать, а для того, чтобы спорить. Я приводил ему один за другим аргумент, столько времени потерял. И это зовется Гуру Сева. Госвами Махарадж сказал: «О, Прабхупад, сейчас я прихожу, подождите 5 минут». И вот Госвами Махарадж пошел, хотя он до этого весь день не ел, только вернулся и пошел, нашел этого полицейского, пришел к нему домой. И вот тут спросил, кто пришел. Госвами Махарадж ответил, что я пришел. И Госвами Махарадж начал говорить очень прекрасно, что этому на английском причем говорил этот офицер. И вот он сказал ему, что тебе нужно пойти извиниться перед Шрилой Прабхупадой, иначе ты обречен на смерть. И вот этот офицер пошел и попросил прощения за свои споры. И Шрила Прабхупада сказал, что логика не может находиться на пути к абсолютной истине. Это первое. Вот вы совершили ошибку. Они гуру, наша гуру варга, они готовы посвятить свою жизнь ради Шрилы Прабхупады, ради Гуранги, ради Гуру Сева. И вот Госвами Махарадж, он сделал так, и Кешав Госвами Махарадж, он взял на себя риск такой, чтобы спасти Шрилу Прабхупаду. Когда Кримикантха, он хотел убить ученика Рамануджачари Куреша, точнее, они Рамануджачари хотели убить, а Куреш переоделся в его одежду и пошел на эту встречу и сказал, что я Рамануджа, что вы хотите сказать, говорите. И вот они спорили, но все же Куреш не отказался от своей седанты. Седанта — это нечто такое, что никогда не может быть изменено. Седанта — это я говорил вчера. И поэтому вот это термин «Ачинтья Бьеда Бьеда Вата», он неприменим к седанте. «Ачинтья Бьеда Бьеда Седанта Вичар». То, что неизменно, вечно. Седанта, она вечно. Какой-то ачарья может запомнить много стихов, но вот даже... И вот однажды один ачарья как присвоил стихи, которые написаны Сиддхартхой Госвами Махараджем.
он взял стихи Шрилы Шридхара Махараджа и заявил, что он это все написал. И вот какие-то люди ради славы готовы на любые самые подлые вещи, готовы продать все, что только можно продать. И вот можно вспомнить, что Куреш, ему выкололи глаза, но все же Куреш, он не изменил свои сиддханты. И здесь также Шрила Кешава Госвами Махараджа. И Куреш, он подобен мильному камню, дорожному указателю, чтобы мы никогда не боялись посвятить свою жизнь ради Шри Чайтаньи Махапрабху. И если мы не готовы посвятить нашу жизнь ради Шри Чайтаньи Вани, ради Санкиртаны Гуранги Махапрабху, то это говорит о том, что мы не из Гаудиматха, откуда-то снаружи, что мы недостаточно удачливы. Гаудиматх значит, мы находимся внутри. Что это йога-питх. Гаудиматх, он подобен йога-питху. А те слепые люди не понимают этого. Не понимают всего великолепия Гаудиматха. Гаудиматх существует и делает все ради удовлетворения гуру и гауранги. И это пример Радхадасьи, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж. Их жизнь — это олицетворение Радхадасьи. И вот я могу несколько примеров привести. Когда Шрила Прабхупад был на Радхакунде, там построили они Баджан Кутир, Суананда Сукхада Кунджи, Шрила Прабхупад слышал, что один гасай там, панда. И вот он сказал, что Рагхунат Дас Гасай был из семьи Шудр, и вот он нам кланялся, моему там деду, отцу. И услышав это, Шрила Прабхупад был шокирован, что ты несешь. И вот Шрила Прабхупад в протест начал поститься. Без воды, без еды, без просада. И вот так 3-4 дня он постился, и начали все беспокоиться вокруг Радхакунды. Они поймали этого панду и сказали, пойдем к тому Махапурушу, будешь извиняться. И вот они пришли, поклонились, попросили прощения. Шрила Прабхупад сказал, перед тем, как услышать это, почему я не помер. Почему я живу до сих пор? Если вы называете себя Рупануга Бхактой, но отказываетесь от всего учения Рупа Госвами и изучаете только Уджала Ниламани, это глупо. И почему мы до сих пор живем? В тот день так называемый преданный говорил, о, такое замечание сделал, что какой-то из учеников Шрилы Прабхупады более важен, чем сам Шрила Прабхупад. Но что это? Я хочу ударить такого человека за такую ересь. И никто не смог возразить ему, что это такое, это разве бхакти? Парватима Девамайя, она явила нам такой замечательный пример, что перед тем, как слушать что-то о ком-то из нашей Гурварги, мы должны, если у нас есть такая, есть, то есть имеется в виду, если мы какое-то оскорбление слышим от кого-то, нужно отрезать язык такому человеку, а если мы не способны, то лучше оставить это место. И такого правила, которое установлено Гурудева, Дева Майя, внешне мы не можем видеть, что на форме Гуру, но на форме Махамайи, Йога Майя, она
является, она тоже наш гуру, как вот в этом киртане. И вот в этом киртане Шрилы Бхактивинода Тхакура говорится, что «Йога Майя, благослови нас». И Шрила Прабхупад говорит перед тем, как слышать вот какую-то ересь, какое-то оскорбление, вот почему я не помер, это моя ошибка. И все пришли. Найти какое-то решение Шрилы Прабхупад. И, в общем, привели этого панду, тот извинился. И Шрила Прабхупад сказал какую-то харикатху на эту тему, что Рагунатх Дас Гасай, у нас нет, я не могу даже его имя произнести. Я настолько грешен, занят какими-то греховными делами, как я могу произнести его святое имя. И тот Рагунатх Дас Гасай, он вечный спутник Рада Говинда Лилы Радхарани Саки Манджари. Он Манджари. И этот панда, он заявляет, что он из семьи Шудр, что это такое. И Шрила Прабхупад говорит: о чистой гуру Вайшнавах, мы не должны говорить так. Это неправильная сиддханта. Рупа Госвами Пад дает нам такой пример. И вот мы должны помнить это. И вот и только после того, как этот панда извинился, Шрила Прабхупад только принял воду, и это зовется Рададасия. Рададасия — это не что-то делание на показ. Это не Рададасия. И вот таким образом, один за одним, я хочу показать настроение Рададаси, которое показано Шрилой Прабхупады. Рададаси. Вот Махарадж говорил об этой шлоке. И таким образом мы должны понять, что такое Юкта Вайрагья, что такое Рададасия. У нас нет связи с Шрилой Прабхупадой. И кто-то, не имеющий связи с Шрилой Прабхупадой, говорит «Джая Прабхупад». Но этого мало. Пытайтесь следовать Шриле Прабхупаде, сделать так, чтобы Шрила Прабхупад был доволен через изучение, практикование и следование его наставлениям, и это будет подлинная гуру-пуджа. Если я не следую тому, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж сказал в своей жизни, как я могу заявлять, что я его ученик? Как я могу заявлять так? У меня нет права заявлять, что я его ученик, если я не следую ему. Что посвятил я ради него, что я сделал ради моего гуру Падмы, чтобы я мог заявлять, что я его ученик. И вот Шрила Прабхупад, гуру Падма, дал такое наставление. Много раз я слышал: если вы служите Шриле Прабхупаде, будьте уверены, это служение мне. Если вы служите Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа, это мое служение. Если это служение мне, если вы служите Шрили Сиддхартха Госвами Махараджа, это мое служение. Гуру Пад Падма сказал это, и тогда я осознал, что гуру татва — это аканда татва, она неделимая татва, нет.
И это настроение такого Парамахамса Ачарьи. Однажды я был в Пуре, я опаздывал, был занят другим служением, и Гурудев сказал, езжай быстрее туда. Там собрание было какое-то в честь ухода Шилы Бхактидайте Мадхагасе Махараджи. Гурудев отправил меня туда. Ты должен слушать. О, сколько любви к своему брату в Боге он имел, мое сердце буквально разорвалось от эмоций, от трансцендентных чувств. Вот Гурудев отправил меня туда, иди слушай, ты не должен терять ни одного слова. И там я слышал, что они собирались опубликовать жизнеописание Шрилы Бхактидайте Мадхвагасе Махараджа. Есть две книги. Вот там они две книги публикуют, жизнеописание Шрилы Бхактидайте Мадхвагасе Махараджа. Я хочу получить эти книги. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж отправил меня, чтобы я слушал то, о чем там говорят, и принес ему эти книги. И это зовется любовью к своему младшему брату в Боге. Не так, что кто-то завидует, постоянно пытается опустить кого-то. Это не любовь, это духовная мафия. И, к сожалению, некоторые следуют таким принципам, но такой любви, которую я видел в жизни Шрилы Бхакти Прамоды Пури Госвами Махараджа, как я могу забыть это? Если есть вообще какая-то человечность внутри меня, как я могу забыть их поведение, их очарон, их любовь? Как я могу... Сколько любви Шрила Бхактидайте Мадхвагасе Махарадж он являл к своим братьям в Боге? Я не могу забыть это. Я видел поведение Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа, какой огромный почет и любовь он имел к моему Гурудеву. И поскольку они знают, они имеют связь с Шрилой Прабхупадой, а у нас нет этой связи с Шрилой Прабхупадой и Гурувагой, поэтому мы пытаемся какую-то непонятную радхадасию совершать, но это криминал один получается. И вот смотрите, таким образом я один за одним приведу пример с самого начала. Сейчас я еще не начал, а только примеры привожу. И вот можно вспомнить по наставлению Шрилы Прабхупады, по наставлению Шрилы Бхактивинода Такура, Шрила Прабхупад был вынужден прийти к Парамахамсе Гуру Кишордас Бабаджи Махараджи, и он принял его как Дикшагуру. И Шрила Сидхара Махарадж говорит, что в жизни Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура — это все и вся. Дикшагуру, Сикшагуру, Вешгуру, все. Но все же по указанию Шрилы Бхактивинода Такура он пошел к Горкишордас Бабаджи Махараджу, он великий преданный. И вот Шрила Бхактивинода Такура указал на него и сказал, он великий преданный, ты должен получить его милость. И Шрила Прабхупад пошел к нему, к этому Парамахамса Гуру Шрили Горкишордас Бабаджи Махараджу, но Шрила Горкишордас Бабаджи Махарадж обманул его. Раз за разом он говорил, сегодня забыл, приходи завтра, завтра он приходил, опять забыл, давай послезавтра приходи. И таким образом 17 раз Шрила Прабхупад ходил к нему, а Горкишордас Бабаджи Махарадж все откладывал на завтра. И вот Горкишордас Бабаджи Махарадж хотел обмануть Шрилу Прабхупаду, чтобы показать пример нам, как Рупануга преданные, как чистые преданные, те, кто находится на пути Радхадаси, насколько они хитрые и умные. И вот он сказал, что сегодня забыл спросить, приходи завтра, спрошу завтра. This way,
И таким образом Гор Кешавадас Бабаджи Махарадж один за одним 17 раз откладывал все на завтра. И Шрила Прабхупад, он и Шрила Прабхупад, плача, сказал: «Вы, ваш Иштадев, поклоняемый Господь, да, столь лицемерен, вы поклоняетесь Ему, и поэтому вы тоже лицемерны, и такие качества вас, вы постоянно обманываете меня. Мне не нужна ваша милость, я пойду утоплюсь в Ганге». Я и тот Гур Кешавадас Бабаджи Махарадж сказал, что я спросил Гуру Нитьянанду, а тот, те сказали, что не нужно отдавать тебе посвящение, поскольку ты слишком горд своим положением, своим происхождением. И вот когда Шрила Прабхупад собрался утопиться в Ганге, то Гур Кешавадас Бабаджи Махарадж побежал за ним, сказал: остановись, я дам тебе посвящение, иди сюда. И тогда Шрила Прабхупад пишет: и вот когда эта милость Махапуруша, она проявилась, Шрила Прабхупад, он описывает свой собственный опыт, и вот когда я пришел и получил милость Бабаджи Махараджа, я был полностью доволен. Так, я был очень счастлив. Шрила Прабхупад говорит по милости Бхактивинода Такура: когда я пошел получить даршан этого Махапуруша, когда я посмотрел на его лотосные стопы, этого Махапуруша, я обнаружил бесчисленные лучи света исходят из его стоп, из пальцев на его стопах. И когда я смотрю на его лотосные стопы, я не могу даже видеть их, просто они так ярко сияют, и этот свет с его лотосных стоп, он устранил мою слепоту, и я обнаружил, какова красота его лотосных стоп, каково великолепие его лотосных стоп. И по сравнению с моей пандитией, с моим знанием, образованием, репутацией и всем остальным, это настолько великолепно, что я вижу, что все мои качества, которые я думал, они у меня есть. Я чувствую, что все они бесполезны, и это зовется Вайшнава Даршан. Это зовется Махапуруш Даршан, что, увидев этого Махапуруша, у вас не будет никакого ложного эго. И вы тоже станете Тринадапи, и начнете плакать, увидев лотосные стопы этого Махапуруша. Это зовется Махапуруш Даршан. Видели ли вы какого-либо вайшнава? Я думаю, нет. Если вы видели, то как это возможно, что вы живете таким образом до сих пор? Шрила Прабхупад говорит: когда бы я не смотрел на лотосные стопы такого Махапуруша, мне неудобно за мои прежние чувства, что у меня были. Гурупад Падма хотел Он хотел разрушить все мои прежние представления дома моего ложного эго. Он хотел разбить дом моего ложного эго. И тогда я обнаружил,
И тогда я обнаружил, в какой ситуации я нахожусь. Что ты хочешь узнать о Радхадасе? Никто не мог осознать сердце Шрилы Прабхупады. Никто не мог понять настроение Шрилы Прабхупады. Вся проповедь, вся Сиддханта, все у Шрилы Прабхупады было очень странно. Его поведение, характер. Его Сиддханта, Шрилы Прабхупады. Это было очень странно для остальных. Однажды Шрила Прабхупада спросил Бхунтев Госвами Махараджа, иди. И вот оденься в западную одежду, и ботинки, штаны, этот костюм, галстук, и приходи ко мне. И вот он не был готов. Как я могу? Но с другой стороны, наставление Шрилы Прабхупады нарушить тоже нельзя. И вот тот опять сказал, что иди оденься в английскую одежду и приходи. Я хочу посмотреть на тебя перед тем, как отправлю на Запад. И Бхунтев Госвами Махарадж в итоге переоделся. Он последовал этому наставлению Шрилы Прабхупады. И тогда Шрила Прабхупад сказал, вот, очень хорошо, и сейчас это зовется Юкта Вайрагья, твое отречение стало зрелым. И тогда это тоже было проявление Радхадаси, Шрилы Прабхупады. Радхарани может сделать все, чтобы Кришна был доволен. И Шрила Прабхупад ради того, чтобы Гауранга Махапрабху был доволен, он может сделать все. И Радхарани, она внутри Шрилы Прабхупады. И все, что мы готовы сделать ради подлинного удовлетворения Гауранги. Если всем кто-то хочет оскорбить меня, я тоже готов принять это. Или кто-то хочет выразить почтение, я тоже могу принять это. Это зовется Юкта Вайрагья. Радхадасья очень сокровенная. Какие-то глупые люди не могут понять этого. Что такое Радхадасья? Настолько это сокровенное. И вот таким образом Шрила Прабхупад хотел показать и доказать много вещей на каждом шагу. Шрила Прабхупад иногда говорил то, что я не хочу повторять вот имя этого брамачари, что у Прабху идите сюда, у меня есть вот лишние деньги, забирайте себе, оставьте. Шрила Прабхупад хотел проверить этого преданного, сколько любви, посвящения у него есть ради него. Иногда Шрила Прабхупад выражал почтение кому-то, какое-то слишком такое большое почтение кому-то, давал деньги, что говорил, что мне не нужны, забирайте, слишком много. И эти люди думали, что Шрила Прабхупад очень любит их, и
поэтому он дает столько денег нам или как-то по-другому почтение выражает или прославляет перед публикой, но это все было Радхадасья. Я не могу через какую-то философию дать вам понять, что такое Радхадасья. Вы должны ждать того дня, когда вы получите полную милость Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, и тогда вы поймете и сможете войти в этот мир любви, и тогда вы поймете, что такое подлинная Радхадасья. Никакая философия, объяснение этого недостаточно. И вот таким образом всегда Шрила Прабхупад хотел проявить свою Радхадасью, но большинство людей не понимало или превратно понимало Шрила Прабхупаду. Они думали, у Шрила Прабхупады какая-то пристрастность есть, или он критик, или еще что-то. И таким образом эти... Но они не смогли понять сердце Шрилы Прабхупады. Однажды один брахмачари, они хотели взять разрешение у Шрилы Прабхупады, что в общем, какой-то экзамен хотел сдать, чтобы потом изучать санскритскую грамматику. А Шрила Прабхупад сказал, зачем это нужно. Вы пришли сюда, чтобы совершать служение. Если вы можете помочь, лучше работать в типографии Гауди Матха, я думаю, что вы гораздо больше милости получите, чем просто изучать санскрит. И тогда, если запутаетесь в этом санскрите, не сможете обрести бхакти, это нехорошо. И вот наша Гурвага говорит, что... И Шрила Прабхупад, он хотел пролить свою милость на этого брахмачари, но тот не понял. И это зовется Амая Крипа. Когда Вайшнав, он говорит как-то жестко, это Амая Крипа зовется. И нет там никакого двуличия и лицемерия. А когда вайшнавы прославляют наше имя, то будьте уверены, они могут обмануть нас. И Шрила Прабхупад говорит, я не хочу быть настолько неудачлив, чтобы слышать свою собственную славу от своего Гурудева. Я не хочу быть настолько неудачлив, чтобы слышать свою славу от лотосных стоп моей Гурварги. Они могут ругать меня, это лучше. И вот Нарутам Тхакур, он в киртане пишет, и кто изучает эти киртаны? Где я могу получить? Где я могу? А когда же Нармасакхи, Ратиманджари, Рупаманджари, они будут ругать меня и говорить, что нужно делать, а что не нужно? И вот Нарутам Тхакур, он выражает такое желание. Когда же настанет такой день, что эти Нармасакхи, они будут ругать меня и направят на нужный путь? Когда я буду настолько удачлив, чтобы это услышать. Но когда Гуру Вайшнавы говорят что-то кому-то, что нужно делать, а что не нужно, часто такие люди обижаются.
и считают гуру Вайшнава своими врагами, а если кто-то одобряет их неправильные действия, то они считаются друзьями, считают таких людей своими друзьями. Это зовется просто какой-то проституцией. Они не могут или какие-то... И вот когда Шрила Прабхупад, он ругал какого-то брахмачари, тот не понял, что это милость Шрилы Прабхупады, и вот такое состояние его было. Однажды один преданный экзамен сдал какой-то, хотел изучать, в общем, просто хотел жить в Гаудиматхе, учиться в каком-то колледже, ну, в общем, пользоваться Гаудиматхом как гостиницей. А Инчарадхиматха сказал, нет, такого не можем позволить. Почему? Почему нет? Отец и мать служили этой Гаудимиссии, почему я тут не могу жить, есть? Хотя вот родители живут здесь, ваша мать, почему я не могу? Этот инчардж разгневался и сказал, посмотри на меня, я не могу позволить тебе наслаждаться богатством Шрилы Прабхупады. Мы не можем наслаждаться гуру вайшнавами, вы хотите. Это миссия Шрилы Прабхупады. И у нас нет права следовать каким-то своим правилам. И поэтому я не могу позволить вам просто злоупотреблять вот всем этим. Мы не можем наслаждаться гуру вайшнавами. Гуру и вайшнавы — это не объект нашего наслаждения. Гуру вайшнавы, их имя, слава, качество, их характер — это все. Иногда поведение Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа было очень мягко, что многие люди были привлечены им. Кто-то говорил, что он любил меня очень, он так прекрасно себя вел. А потом говорили, что вот сын пытался экзамены на бухгалтера сдать, два раза сдавал, неудачно провалился. И вот помолитесь за него, чтобы он не смог экзамены сдать. И вот Гурудев говорил, смотрите, это их баджан такой, что они... ходят просить какие-то материальные благословения, чтобы там экзамен сдать, работу найти, там от налогов избавиться и прочие такие материальные вещи. Вот ради этого они приходят ко мне. И такие люди хотят наслаждаться Гурудевом только. Я знаю таких саньяси, которые хотели особую мантру от Гурудева получить, чтобы защитить себя. И может заниматься любой ерундой, а эта мантра защищала бы его. Вот. И другой глупый ученик хотел занимается коммерцией и хотел знать сварупу Гурупату. Одной приехал, какое-то пожертвование дал, а Гурудев сказал, что это вот пожертвование на Гурудев прикоснулся, сказал, там положите куда-нибудь, и потом этот человек спрашивает у Махараджа, я хочу узнать вашу сварупу, пожалуйста, расскажите. Гуру Махарадж очень разгневался, о, глупец. Просто дав какие-то деньги, хочешь узнать мою сварупу. И вот такие материалисты иногда приходят, носят шафрановую одежду, занимаются только коммерцией какой-то, но никто не может даже
сказать, что неправильно это. И много врагов Гаудия Матха, и никто не смеет заявить, что кто-то делает что-то неправильно, как кто-то, нося одежду саньяси или шафрановую одежду, занимается только какой-то коммерцией. Это неправильно, не может быть такого. Но никто даже не говорит об этом, что это нельзя. И вот один ачарья рядом с Говиндакундой живет, вот он пришел, и вот он пришел в Дауджи Мандир, во Вриндаван. Я тоже в то время там оказался. Я совершал парикраму вокруг Гавардхана. И вот тот Макрадж с утра пришел, я ему место в моей комнате уступил. И вот мы обсуждали что-то, я попросил и сказал ему, что вы как ачарья действуете, у учеников набираете, должны какой-то храм построить. Зачем? Ну, где-то вашим последователям жить надо. А тот, он ответил мне, что вот один есть человек, который большой храм построил, можем у него жить, зачем нам свой строить? А я сказал: Махарадж, вы заявляете себя как о себе как о великом пандите. И как вы такое можете заявлять? Как вы можете ожидать, что этот материалист, который занимается коммерцией, и строит храмы, и как он может позволить вашим ученикам достичь божественного знания, как вы можете ожидать этого? Хотя Махапрабху сказал, что вот нельзя принимать пожертвования от всяких наслажденцев, иначе это оскверняет ум. И вот этот человек не смог ничего ответить, ему стыдно стало. И потом или через 8 он пришел ко мне и сказал, что действительно все, что вы предсказывали, все и случилось так, как вы говорили. И вот он. И вот спросил, как там с вашим этим храмом, где вы живете. Он сказал: да, вот то, что вы сказали, все так и произошло. Вы мне сказали, что если ачарья, то должен свой храм построить. И вот действительно, ну, нужно было делать его, только сейчас я делаю. И вот, ну, в итоге он как-то построил свой храм на Радакунде где-то. И вот на Бенгале есть такая пословица: когда люди низкого стандарта, а имеется в виду, как какие-то, ну, люди вроде как невысокое положение занимающие, говорят какую-то правду, то люди этому не придают значения. И вот мы должны пытаться понять, что такое Рададасия. Просто выражать какую-то ученость – это не Рададасия. Рададасия – это вопрос прямого чувства, что невозможно без милости Шрилы Бхактисиддханты Тхакура, без милости Шрилы Прабхупады. Кто-то может знать какую-то грамматику, какое-то актерское искусство, но осознание этим не получить. Я не обманщик, и поэтому многие гневаются на меня, и почему кто-то гневается на меня? Потому что я не обманываю людей, я говорю только правду.
я даю указания, вся моя гурварга говорит всем, и моя шикша гурварга, они также говорят, что я должен говорить вот так и так, и я исполняю их указания. Я могу встретиться с любыми проблемами в моей жизни ради этого служения. Я с радостью принимаю их. Я хочу напомнить вам, я думаю, это и вот эта тема очень важна, и я не знаю, когда я смогу ее закончить. Я хочу снова обсудить эту тему. Я думаю, 17 числа, может быть, до этого я занят, потому что там рата начинается. И вот это зовется подлинная рада анугати на пути Шрилы Прабхупады. И вот его большинство из людей не могли понять сиддханту Шрилы Прабхупады. И таким образом я хочу напомнить вам, и перед тем, как я уже говорил до этого, и еще раз хочу напомнить, будьте осторожны. Вишай Виграха с Кришной, с чистыми гуру вайшнавами, мы не должны как-то шутить и оскорблять их, это очень опасно. Особенно с Ашрай Виграхой Гурудевом. И те, кто не принимает прибежище у лотосных стоп Гурварги, они не могут развить их смирение, их терпение. Они не могут быть на нейтральном уровне, поскольку есть какое-то желание пратиштхи у них, и поэтому они не могут войти на нейтральный уровень, и как они могут совершать гурусеву должным образом. И вот я хочу напомнить вам, что Шри Чайтанья Махапрабху дал нам великолепный пример Рададаси. Я хочу многое обсудить, но времени мало. И таким образом Махапрабху из Чайтанья Чайтамриты мы можем найти. Махапрабху дал такой пример. И вот Махапрабху говорит: вот Махарадж пример приводит, какая-то вот женщина может думать о своем любовнике. Ну, имеется в виду, жена-то вроде как и муж есть, но когда муж уезжает, какой-то любовник появляется. И вот пример. И вот Махапрабху приводит пример, что в материальном мире такие внебрачные отношения, они плохие. Вывод, особенно в Индии считается это этим плохим очень. Но почему Махапрабху
такой пример приводит. Но поскольку это очень хороший пример для Рупануга Бхакт. В материальном мире то, что считается низким, плохим, то в трансцендентном мире в Апракрита Джагате это наивысшее. И вот в Апракрита, и вот Махапрабху, он хотел показать нам такое, как и вот пример такой, пример такой нецеломудренной женщины, которая кроме мужа имеет еще какого-то любовника, и Махапрабху приводит такой пример, что а то, что такая жена внешне занята каким-то домашним служением, что-то делает постоянно по дому. Ну, внешне она делает все домашние дела совершенно, но внутри сердца для мужа нету места, только любовник там какой-то. И вот муж может прийти с работы, нужно все подготовить, чтобы все готово было. Но это на показ все получается. И вот Махапрабху пример этот приводит с тем, почему, что мы тоже в случае с преданными рупанугами мы должны это применять, что наш ум должен быть всегда украден Кришной. Кришна, он играет на флейте. И наш ум и сердце тех гопи, оно ум и сердце украдено Кришной. И гопи делают все согласно своим привычкам, все дела домашние и прочее. А когда слушают звук флейты, то они даже свои домашние дела оставляют и бегут по направлению к Кришне и забывают о своих отце, матери, муже и прочих родственниках. Они просто бегут, чтобы встретиться с Кришной, слыша звук его флейты. И вот чтобы дать такой пример, Махапрабху вот дал такой пример, который подходит очень в этом случае. И вот Махапрабху говорит, как нецеломудренная женщина, которая вроде занята домашней работой, служит мужу, но в то же самое время ее ум поглощен каким-то любовником, но внешне все идеально делает. И это пример для преданных рупануг. И поэтому я вчера также говорил об этом. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мой Гурупад Падма Парамамса Ачарья Шрила Гуркишордас Бабаджи Махарадж, он был очень странным, никто не мог понять его настроение. Много раз он говорил мне: «О, мой Прабху, совершай баджан и обманывай всех, чтобы они не мешали тебе совершать баджан». Все, что мы хотим сделать для Кришна-севы, мы должны делать всем сердцем. Кто-то полуправда она, или полузнание, но хуже, чем ложь. Это нехорошо. И Горкишордас Бабаджи Махарадж очень часто говорил Шриле Прабхупаде: «О, мой Прабху,
ты можешь обмануть этот материальный мир и займи себя в Кришнасаве. Сделай так, чтобы они не мешали тебе. И это зовется Рададасья. Просто обмануть людей, чтобы они не мешали совершать баджан, как Гуру Кишода с Бабаджи Мараш закрывался в туалете, чтобы никто ему не мешал, что люди могут говорить любой ересь про него, а он делает вид, что просто сидит в туалете, а на самом деле повторяет харинам. То есть люди могут говорить все, что угодно, я все равно хочу следовать Шриле Прабхупаде. И вот и это зовется Рададасья. Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, он дал пример Рададасьи. Они вечные спутники, и это учение для нас. Гуранга Махапрабху дал такой пример, и этот пример для нас, чтобы мы смогли понять то настроение преданных рупанок. Они все время совершают служение, как будто они потеряны в каком-то другом мире. Что говорить о Рагануга или Рупануга преданных, даже какие-то материальные поэты и писатели, как Рабиндранат Тагор и прочие, они тоже, они иногда очень поглощены своей поэзией. И вот Шрила Бхакти Валабхатир Тагасая Махарадж, он пример приводил один этот ученый из Калькутского университета, насколько он был талантлив. Его звали Враджан Сингх. У него было три степени этих мастеров артс. Ну, в общем, три ученых степени было. Он не был преданным, но все же какая-то преданность у него была. Я слышал от Бхарати Махараджа, от Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Гасая Махараджа, они мои шикша-гуру, я так много узнала о них. И поэтому они мои гуру. И вот он говорил, что я его брат в Боге, но нет, вы мой гуру. И вот Бхарати Махарадж и другие, если я не смог бы получить общение с ними, где бы была моя харикатха, я очень благодарен Шриле Бхакти Дайте Мадхава Гасай Махараджу, поскольку я очень часто останавливался в его матхе в Калькутте. И я ел прасад в его матхе, я вечно благодарен его лотосным стопам. И также очень благодарен Шриле Бхакти Валабхи Тирти Гасая Махараджа, они приглашали меня, они позволяли мне останавливаться в их матхе, поэтому я делал так много ванисевы в честь, в уважении моему гурдеву, они позволяли мне жить у них и помогали всячески. И вот я слышал от Шриле Бхакти Валабхи Тирти Гасая Махараджа и от Бхарати Махараджа то, что один ученый из Бирбума, Болпура, однажды от имени Читания Гаудимадха я был там, говорил харикатху. Там Прабху какой-то был, сейчас он болеет, перед тем Гуранга Прабху. Он очень любил моего гурдева всем сердцем. Давно его не видел, не знаю, что с ним сейчас. И вот они организовали какую-то комнату для меня отдельно, чтобы я от имени Читания Гаудимадха мог говорить харикатху. И вот этот Враджан Сингх, он жил там поблизости, в таунхолле каком-то.
А вот в таун-холле лекция была Махараджа. И вот этот Враджан Син, он был такой знаменитый философ, что хотя мы знаем, что он не вайшнав, но все же мы вынуждены признать что-то. А я сказал, почему. И вот он был... И вот этот профессор очень такой постоянно размышлял над чем-то. И вот он даже когда садился или выходил из машины, он мог одну ногу поставить в машину и задуматься. И так минут 10 стоять и думать о чем-то. И потом водитель спрашивал, что с вами случилось, а то говорил, вот задумался. И вот это, у Эйнштейна было тоже такое, что ему кто-то пожертвовал большую сумму чеком, а тот куда-то положил и забыл этот чек. Может, они не вайшнавы, но все же нужно, можно какой-то хороший пример получить от них, как пример вот Авадхута Бхагаватам, у которого много гуру, и вот каждого он принимает что-то хорошее. И также я узнаю что-то новое от кого-то, я как студент, духовный ученик. И после этого, вы знаете, Враджан Син, он прочел Шат Сандарбху, он читал вайшнавскую философию, также и после этого он сказал то, что те, кто заявляют, что они философы, я не могу поверить, что они философы, поскольку они не изучили Прити Сандарбху, Сандарбху, написанную Шрила Джива Госвами. И вот Враджан Син, он сказал, прочтя Сандарбхи, особенно Прити Сандарбху, я обнаружил свое положение, настолько плачевно мое положение, и поэтому я хочу выразить почтение этому Враджан Синху. Внешне он не вайшнав, но какие-то хорошие вещи про вайшнавизм говорит. Он сказал, что тот, кто не изучил Прити Сандарбху, тот не может получить никакое представление о преме в своей жизни. Он не может понять многие вещи, поэтому он должен изучить Прити Сандарбху. И теперь вы понимаете его состояние, почему я говорил так. И Кришна также. И Кришна также, когда едет на колеснице, иногда он находится в мыслях о Радхарани или о Вриндаване, и так глубоко задумывается и отключается от внешнего мира, и те, кто... Сатьябама, Рукмини, Калинди, они говорят, мы не знаем, чего не хватает здесь в Двараке. Почему Кришна всю ночь плачет, когда он с утра просыпается, мы должны его постель менять, она вся мокрая от слез, чего ж ему тут не хватает, чего ему не хватает в нас, что мы не можем сделать так, чтобы Кришна был доволен нами. Кришна не мог ответить. И как Кришна ответит, это вопрос чувства. И какова опасная ситуация внутри сердца Кришны? Кришна находится в Двараке. День и ночь Кришна плачет и плачет, и не может отплатить гопи.
как Кришна может отплатить Рукмини, Сатьябами, Джамбавати и прочим. Это не вопрос лекции. Это вопрос чувства. Те, кто наслаждаются полной любовью Гуру и Вайшнава, я думаю, что им не нужно ждать дальше. Они в этой жизни осознают, что то, что я говорю, это подлинная истина. Может, они уже не смогут найти меня в этом материальном мире, но все же я знаю, они могут вспомнить то, что я сказал. И вот единственное, что мы должны избегать, это лицемерие. Любое лицемерие, двуличие. Может, у нас что-то не хватает, но главное, если у нас есть Кришна Эка Шарон, преданность Кришне, то этого достаточно. История, философия, они никакого блага не принесут нам, если мы будем изучать, помнить какую-то историю, то это может отвлечь нас. Единственное, о чем мы должны помнить, это о Шриле Прабхупаде, Бхактивинода Такуре и нашей Гурваге. И тогда мы обнаружим Навадвипдхаму, Вриндавандхаму, и это подлинный путь, который Махапрабху хотел показать нам. Но мы слепы и глупы, что не видим и не можем осознать это. Я не смог осознать, и поэтому не понял. И вся Сиддханта Шрилы Прабхупады, весь его характер — это подобно эволюции во всем мире. Никто не может понять, что это. Мы никогда не слышали этого. Что это? Что никакой саду до этого не говорил ничего подобного, как это возможно. И поэтому я вынужден был кричать буквально во Вриндаване много раз. Я говорил, что никакой ачарья до сегодняшних пор. Есть 4 различных сампрадай и прочих. Мы их милость обретаем, но с Шрилой Прабхупадой никто не сравнится, он уникален, он эксклюзивен. Мы не можем сравнить Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Такура Прабхупаду с Рамануджа Ачарьи или с Мадхава Ачарьи. Он выше всего, он превыше всего, или с Вишну Свами, или с Нимбарка Ачарьи. Мы не можем сравнить. Это невозможно, поскольку его бхава, она полностью уникальна. Никакого примера нельзя привести, который был бы подобен Шриле Прабхупаде. Рамануджачарья, Мадхавачарья, они, несомненно, велики, и мы вечно благодарны им, но все же. Когда Шрила Прабхупад пришел сюда, его уникальная ачарьятва, его уникальная радхадасья, она безупречна, несравненна. Никакого примера в этом мире такого нельзя найти. И поэтому я вынужден был сказать, что никакой ачарьи в этом мире до сегодняшних пор, во всей истории творения, до сегодняшнего дня никакой ачарья не мог сравниться с Шрилой Прабхупадой. И Шрила Прабхупад, он несравнен, безупречен, неподражаем, и нет никого, кто бы он бесподобен, нет никого, кто бы был бы подобен Шриле Прабхупаде. И если бы Радхарани явилась в этом мире, то если бы сама Радхарани явилась, и если она хотела бы показать, как сделать, что нужно делать для служения Кришне, ее прананатху, тогда мы поняли бы, но мы не можем ожидать, что Радхарани пришла бы сюда, но
пришел ее представитель Шрила Прабхупады, и то, что Радхарани хотела сказать нам, то настроение Радхарани, ее чувство, ее бхава, это мы все... Радхарани никогда не шла ни на какие компромиссы со служением своему Прананатху, и Чандравали не шла ни на какие компромиссы. Даже вот эти другие саки, Лалита Вишак и другие, она даже била иногда их, Радхарани. Из-за того, что они как-то мешали Радхарани совершать служение. И вот если Радхарани бы пришла в этот мир, я не знаю, когда я смогу получить даршани лотосных стоп. Это очень высоко, где Радхарани, а где я. И поэтому я вынужден был сказать, что если мы найдем, что Радхарани в этом мире, и если бы Радхарани сказала бы что-то, давала бы какие-то наставления относительно служения Нанданадану Шри Кришне, ее Прананатху, то это было бы то же самое, что сказал Шрила Прабхупад. Прабхупад, он принес нам послание Радхарани. И поэтому мы должны понять, что Радхадасья Шрила Прабхупады — это самое уникальное и бесподобное. Только по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, по милости Гуру Варга Сиддхартха Госвами Махараджа, мы можем осознать в один из дней, поскольку они не лишат нас чего-то. И вначале мы должны понять, что такое ванчана мой крипа и подлинная крипа. Люди могут критиковать меня или нападать на меня, но я не должен прекращать говорить о этом даршане Гауди Матха. Шрила Прабхупад говорит: если мы будем бояться, что люди будут критиковать нас, нападать на нас, но Вришабхану Нандини Радхарани никогда не оставляет служение Кришне, любая критика и прочее может прийти. Может, какая-то эта теща будет, ну, имеется родственники Радхарани могут как-то давить на нее, но никто не может изменить ее настроение. Радхарани не нужно повторять Кама Гаятри или Брама Гаятри или Харинам повторять, ей не нужно. Поскольку все и вся, все, и все, все клетки ее тела, они помнят Кришну и повторяют его трансцендентное имя. Все ее тело повторяет имена Кришны, но мы повторяем Харинам как-то силой. Кто-то вот думаем, когда повторять 64 круга Харинама, но где получить время? А если наш ум стабилен, то у нас будет время повторять Лакхаринама, но Гауранга Махапрабху недоволен теми, кто не повторяет Лакхаринама, и поэтому мы должны повторять. И таким образом Радхарани и вот Радхарани боится, что какие-то родственники увидят, что она служит Кришне, но несмотря на их критику, препятствия и все прочее, но это огромная любовь, огромное влечение к Кришне.
оно не, непреодолимое влечение к Кришне, и благодаря ему она, это и есть Рададасия. Абхиманию в следующий день я о нем буду говорить, что Шрила Прабхупад говорил о Акасуре, Бакасуре и прочих демонах. Они начали служить под руководством Майи. И Шрила Прабхупад говорит, пускай они делают, что они могут, как они могут помешать нам. Я знаю, они могут оставить меня и уйти, но мы не можем прекратить Кришна Севу. Кришна Сева — это наша жизнь и душа, вся наша, дыхательная система, все. Даже когда мы спим, мы можем проверить эту научную формулу. Когда мы спим, если в 10 легли, например, кто-то раньше, кто-то позже, я проверяю всегда это. И вот Махарадж перед тем, как ложиться спать, дает себе установку, чтобы проснуться в три утра. И даже если слег поздно, слишком много чего-то делал, все равно. Все равно, даже если поздно ложится спать, то вот Махарадж в своем случае говорит, что все равно нужно в 3 утра проснуться. И вот так просыпается, смотрит, действительно, 3 утра, не 3 одна минута, а именно 3. И вот вы тоже можете пытаться так. Решить вставать рано утром и вставать. Кришна Сева — это подобно отдыху. Если кто-то отдыхает от, устает точнее от всего этого и нуждается в отдыхе, то это не совсем правильно. Это материальная энергия влияет на нас. Шрила Прабхупад, когда оставлял тело, он говорил, что вот ученики не позволяют мне говорить харикатху. Доктор говорил правильно. А Шрила Прабхупад говорил, что не говоря харикатху, как я вдвойне буду болен, я не смогу, если прославлять Кришну, как я могу жить. И это зовется Рададаси. Пытайтесь понять и почувствовать. Рупануга Баджан, что это? Это не какая-то философия или нечто в книгах. И когда мы почувствуем огромное влечение к Кришне, когда мы почувствуем непреодолимое влечение внутри нашего сердца говорить о славе Гуру Вайшнавов Бхагавана, то тогда я могу принять вас. И как Рупануга Бхакт, это главный признак, что они буквально, вот Радхарани говорит перед Удавой: «О, Удав, ты учишь меня, как помнить Кришну, но можешь ли ты мне дать совет, как я могу забыть Кришну? Я хочу забыть Кришну столько, так сердце мое горит в мыслях о нем, что мой Пранананд куда-то ушел, его нет. Но ты пришел сюда, чтобы увеличить огонь в моем сердце, о Удав. Ты хочешь увеличить тот огонь, который уже горит в моем сердце. Ты говоришь, чтобы мы пытались помнить Кришну, но я хочу забыть Кришну. Столько боли он причиняет, куда бы я ни смотрел, во Вриндаване, везде. Я вижу Кришну, я не могу забыть его. Я пытаюсь забыть его, но не могу. Какое прекрасное, сладкое чувство, и также оно горит, и оно нектарно в то же самое время. Оно и горящее, и нектарное. Вишамрита Милон. Я могу описать это чувство в следующий день. Махапрабху говорит, описывает чувство Радхарани.
я не могу оставить темы Кришны, и, но какова ситуация моего сердца? Я не могу прекратить воспевать славу Кришны. Все мои органы чувств, они хотят воспевать славу Кришны всегда. Я не могу прекратить. Кришна ушел, но я не могу оставить Кришну. Кришна, он в форме Харикатхи, он в форме. И вот мы хотим избавиться от Кришны, но это невозможно для нас. Кришна, он внутри нас. Он всегда... И вот Радхарани говорит: «О, Лалита, что случилось со мной? Почему я развила такое сумасшедшее настроение? Я даже часть секунды не могу прожить без Кришны. Пожалуйста, спаси меня». И Лалита говорит: «О, Радха, что случилось с тобой? Я думаю, ты можешь помереть». «Да, я могу помереть. Я не могу жить без Кришны». Махапрабху хотел дать нам это чувство, и Шрила Прабхупада хотел дать такое чувство нам. Всегда это чувство разлуки с Кришной. Радхарани говорит, это чувство, прямое чувство Радхарани, которое явилось в сердце Рупы Госвами, поэтому Махапрабху, он был очень счастлив, видя это. Как это возможно? О, Рупа, ты понял чувство сердца Радхарани? Ты описал славу Намы Прабху. Это имя Кришны настолько сладко. О, Саки, я не могу забыть о нем. Я не могу прекратить слышать это имя. И все мои органы чувств. Кришна Нама, он... Кришна Нама, она... Все мои органы чувств, они стремятся к Кришне. Мои глаза хотят видеть Кришну, мои уши хотят слышать Кришну, мой язык хочет повторять имя Кришны. Мое тело хочет прикоснуться к Кришне, мои ноги хотят нести меня к Кришне. Как я могу сдерживать себя? Моя душа, моя жизнь, она стремится к Кришне. Со всех сторон она тянет меня к Кришне, о Лалита. Если какая-то... И подобно тому, как лошади, если они тянут повозку в разные стороны, то что случится с ней? И я сейчас в таком же состоянии. И вот это Вишамрита Мила называется Махапрабху. И если мы будем изучать чувство Махапрабху, мы осознаем... И вот это Вишамрита Милон, это смесь нектара и яда, и путь любви, он такой запутанный, он такой зигзагообразный, как змея. Змея не может, мы не можем понять, что как змея каким-то зигзагообразно двигается, и Кришна не может понять, когда Радхарани гневается, когда она довольна. Очень великое сокровище ждет нас, настолько великое, сокровенное сокровище ждет нас. Но мы глупы, мы теряем нашу возможность и в этой жизни. Если мы потеряем этот шанс, я думаю, что другого уже не будет. Золотая возможность ждет нас, наш Парамгурудев Шрила Прабхупад, Парамгурудев Шрила Гуркишвара Дас Бабаджи Махарадж, Бхактивинода Тхакур, и вы все, моя Гурварга, в форме отца, матери, дочерей,
вы ходите, чтобы помочь мне. Вы всегда готовы занять меня в Кришнасеве. Шрила Прабхупад говорит, не говоря Харикатху, как я могу жить, и это зовется Рададасья. Пытайтесь понять Рададасью, что такое Рададасья. О, Удав, у тебя есть какая-то мантра, с помощью которой можешь научить меня забыть Кришну. Ты пришел сюда, чтобы напомнить нам о Кришне. И это... Но Радхарани говорит, мы не можем оставить Кришну. Кришна уехал в Матхуру, это Брамаргите. Радхарани говорит, Кришна уехал в Матхуру, но мы не можем забыть Кришну. И мы не можем прекратить говорить о Кришне. И вот это настроение Рададасьи, гопи описывают его в Гопи-гите. И мы должны понять это, и тогда постепенно мы поймем настроение Шрилы Прабхупады и его Рададасьи. Я могу много говорить об этой Рададасьи, которая показана Шрилой Прабхупадой и все эти саки, спутники Шрилы Прабхупады, они тоже показывают нам великолепие Рададаси, то, что хотел показать Шрила Прабхупад. Я хочу представить это вам, но это может произойти по вашей милости, я не говорю. Никакой ложной философии, это Сиддханта Махапрабху. Махапрабху говорит перед Санатаной, о Санатан, это великолепное качество с Кришной, что я даже занят с каким-то безличным брахманом, то все равно Кришна, он привлекает меня, если нет никаких оскорблений. И так или иначе я чувствую влечение к Кришне, и таким образом все время мы должны помнить Кришну, Кришна Наму, Кришна Лилу. Мы должны чувствовать влечение к Кришне, и поэтому вот Махапрабху говорит, о Санатан, ты просишь меня объяснить о Бетишлоке, но поверь мне, когда я был перед Сарвабхаумой, я объяснял 18 различных комментариев. И вот Санатан сказал, в тот раз ты 18 комментариев дал к этой шлоке, я хочу это услышать. И Махапрабху ответил, когда я был перед Сарвабхаумой, он просил меня объяснить. Я объяснил, но сейчас все забыл. Но давай попробуем еще раз в твоем присутствии, что я смогу вспомнить. И вот и в случае Санатана и Махапрабху объяснил больше. И вот в тот раз он 18 дал различных комментариев, но сейчас благодаря твоему присутствию волна за волной приходит и с этими комментариями. Я вспомнил больше, чем в тот раз. И вот я хочу много сказать тебе о Рададасе, это Сиддханта Махапрабху. Если я смогу получить чистое общение, те, у кого нет Анибхилаша или еще чего-то, я получу больше вдохновения говорить Харикатху, вы можете проверить меня. Какую-то материальную
материальном месте я не смогу говорить или буду говорить то, чем не буду доволен, но если перед настоящими преданными я могу говорить настоящую харикатху, я буду доволен этим. И таким образом это Сидданта Махапрабху. Махапрабху — это океан великолепия, океан красоты. И есть прекрасные киртаны, которые прославляют его. В общем, Мадураштака и вот Браджа Раджаштака какая-то, и мы должны петь их. Брешобхану сутаду итану чарам чаранасри торену дарастамахам Махатадбута павана сокти падам Пранамами сада Прабхупаду падам Пранамами сада Прабхупаду падам Пранамами сада Прабхупаду падам Ванчакалпатурусеки басинды бхавача Патитананг павана бхавишна бьо намо намо.